Давай послушаем Аврил Лавин «Хорс». Новинка, ладно? Договорились. Все, давай, трубочку не вешай, через уже 40 секунд в эфире. Значит, смотрите, делаем так. А сейчас я с человеком поговорю, он привет передаст. Тогда представляю вас. Так. Что? Ну, лучше сядьте сразу, чтобы потом не бежать к микрофону. Не, а мы стоим. А мы стоим будем работать, нам удобнее. Ну, окей, ладно, только так поближе. Ну, поближе, там подрегулируем. Ну, мы здесь рядом, значит. А наушников нету, да, как-то вот так все. Будем слышать здесь будки. Наушники, слушай, есть наушники, но вот только одни, потому что я не знаю, что вы приедете. Ну, так мы будем слышать колонки. Слышать будем в колонках все. Общение. Не будете слышать, нет. А просто если мы будем. Мы хотели почитать рэп просто, да. Если вопросы по поводу рэпа, вот еще надо подумать. У нас сейчас скоро будет реклама, мы времени еще придумаем, ладно? Хорошо. Вот, а вопросы будем просто заранее узнавать у человека. Ну это понятно. Я читали, у нас читал кто? Слава Бахарь читал с Мастабасом. Не очень, да, получилось? Получилось, но у них как бы свезло то, что они, видимо, помнили бит, который не был там в песне, они попали, ну, практически. А, то есть мы не будем слышать бит, да? И даже если наушники мы включим. Микрофон выдвинут, то есть один будет слышать, если наушники дать, да? А потом, если передать? А, потом будет второй. Долго будет вот это шоу? Да не, минуту две, минимум. Ну, не, минуту две, минуты. Можно капеллы, просто на радиоволне MC-сет, ей Гарри Мэн представляет свой сюжет, тет-а-тет, наш стиль хип-хап, свет доп идет, с Невский бит, блэсфейс, на улицах, в тачках, в сердцах, братьев и сестер, лирика, музыка, мы качаем своим рэпом, хоу, one, two, my check, перед глазами новый век, перебираем мысли с нами, каждый свет. Ты что, не спросишь, просто попросишь? Человек! Да, ты можешь сказать просто, а можете что-нибудь, ну, исполнить тут? Так, давайте тогда просто капелла. Да. Окей. Твоя любовь абсолютно взаимна, с этим я тебя поздравляю, всех твоих однокурсников, да и вообще всех студентов, кого экватор, тоже с праздником, с этим замечательным событием. Но уже кто не экватор отмечает, а очень много лет уже творческой, успешной творческой деятельности, это, конечно, группа «Невский бит». Итак, расскажите мне о том, когда вы начинали, вообще каким образом все это происходило, потому что интересно слушателям, естественно, все это знать дело, потому что сегодня вы представите уже презентацию многолетнего труда, да, новый альбом, эксклюзивно буквально. Ну, а с чего все начиналось-то? Ну, все начиналось в далеком 96-м году, то есть в середине 90-х. Образовался коллектив «Невский бит». Его как бы образовал Марат, битмейкер, сейчас он является группой «Крэк», и Антон, наш участник. Тони Бой. Да, наш коллега, который выпустил свой сольный альбом, который называется «Funky Shit» под именем «Невский бит». Ну вот, а потом время менялось, и спустя какое-то время, годы, то есть произошло название «Невский бит». Оно уже стало себя включать куча множества брендов, сияющие лица, Dope Idiots, Crew и Невский бит. И это образовалась одна большая группа Невский бит, которую сейчас мы, в принципе, активно выпускаем наши новые работы. Они как бы уже немножко других направлений, стилей, ну, с тем же стержнем доброты. Слушайте, вот, кстати, по поводу доброты, да, когда ищу какую-то информацию про вашу группу в интернете, то там нахожу сразу ссылку на Крэк, да, и пишут везде, что вы основатели культа, сейчас прямо процитирую, «Добрый грустен». Что это значит? Это у вас такая добрая лирика грусти, да? Ну, это лирика, да, возможно, это стиль, просто стержень, вот, то, что мы начали делать, основа. Сейчас мы экспериментируем, раньше была только лирика, да, сейчас... Все-таки больше каких-то таких, ну не знаю, лирика, она очень глубокая, да, штука, но все-таки сейчас мы как-то больше к фанку стремимся, к джазу, к такому чему-то. То есть, ну, мы остаемся лиричны, но все-таки пытаемся сделать что-то инструментальное, композиции там, все что угодно, экспериментируем. Ну, вот, просто это начало, да, это начало. Ну, может быть, группа Крэк немного взяла от этого и до сих пор продолжает плыть, вот. По этому течению, вот, а мы экспериментируем, мы свободны. Ну, то есть это, в принципе, все вот эти, там, какие-то подразделения, да, поджанры рэпа, они, в принципе, выдумываются журналистами, мы себя не можем окрестить такими какими-то добрыми, грустными, мы просто такие позитивные. Мы такие, какие мы есть. Жизнерадостные, да, и на своей волне, мы просто музыканты, а как это будет называться, нам все равно, главное, что мы, в принципе, даем музыку, вкладываем все, что мы хотим сказать, а как это понимают люди, в принципе, может быть, это и есть добрая грусть, да, которую люди могут погрустить и стать добрыми благодаря нашей музыке. Ну, судя по тому, что мы только что обсудили, что ваших альбомов уже нет в магазинах, просто уже разобрали, да? То есть люди понимают, и вы полностью достучались до их сердец, так что молодцы. Друзья, мы буквально через несколько минут продолжим, поэтому звоните 72-22-22, задавайте вопросы, и привет тоже передавайте, и пишите смски на 5533, часть сообщения ставит 10, пробел, далее текст.
Через города пройдет сигнал из андеграунда, как одна река. Она радарик нам в направлении севера. Поезда отходят по сей день, люди прибывают по воде, по рельсам, с неба, безбилетные, из леса, туристы с рейсов дальнего следования. Мир, прошу, прими с собой, что я несу. Пусть это будет просто камень. По этому маршруту жизни идут такие же, как я. Построим храм, мой ангел в руке держу, пускай жемчужину, потому что нужен яркий свет. Не только мне, тебе, но и всем, открывая душу. Поэтому в этот момент я поэт. Yeah. На радиоволне MC Set E и Гарри Мэн представляют свой сюжет. Тет-а-тет, наш стиль хип-хап. Свет, Невский бит, Blast Faces, D.I.S. На улицах, в тачках, в сердцах братьев и сестер. Лирика, музыка, мы качаем своим рэпом. Oh. One, two, my check. Перед глазами новый век. Перебирая мысли с нами, каждый светлый человек. Фишки, MC, наши строки, слышишь, бро? Значит, дальше будет круче, выбери путь. Бога кто скажет нам, что мы вместе будем строить храм? Значит, вера делает сильнее наши сердца, ман. S-Control. Был в гостях уважаемый мистер Малой. Это вообще был мой первый эфир с гостями. Он приехал просто никакущий. Он синий, да? Вообще просто невменяемый. Причем, как бы, сам прикол в чем? Он сидит, значит, такой, мистер Малой, типа, я тут делал рэп в России самый первый, да, когда он титанином все дела. Ага. Вот, а я сижу, понимаю, что когда он был, допустим, в последний раз в Петрозаводске, да, я прям пошел под первый класс. Я не знаю, какой человек, но как бы у него не было никакого желания людям что-то донести, да, потому что на все равно люди в основном, те, кто его, ну, не знают или просто слышали его имя, да, и у него не было никакого желания привлечь к себе какое-то внимание хорошее в таком понимании. К своей мечте. За своей мечтой. Может, попить водички нету? Что есть водичка? Ну, далеко идти. А попозже, давай завершим сначала. А-а-а. Соответственно, у нас три сета. Восемь тут водички. Это жестко. Гарри Мэн. Что, у нас там хватит пленки? Да, мне где-то еще что-то подтереть. Итак, еще у меня напоследок вот такой вопрос. Что дальше у вас будет в карьере происходить? Какие планы на будущее, естественно? Окей, в ближайшее время, ну, сейчас мы пишем альбом совместный, где все участвуют, вот, после сольников наших. Мы делаем совместный альбом, и дальше, возможно, будут сольники снова, ну, что-то. То есть есть материал, который пишется, и вот, все в развитии, мы все делаем. Как насчет продвижения в большой шоу-бизнес? Или вы уже там считаете? Вы знаете, мы двигаемся спокойно, ровно, мы следуем вообще своему пути, и все хорошо, мы счастливы, вот, и надеемся, мы верим, что все получится у нас, и мы будем продолжать заниматься любимым делом, это самое главное. Ну, слушайте, то есть у вас все абсолютно самостоятельно происходит? Можно слово продюсер? То есть, как? Да, мы сами, вот как бы... Вот. Сами построили свой дом, одним словом, сами построили свой дом, свой дом, да. Тут можно добавить, что теперь вы сами себе хозяева. Ну да. Да, ну что, итак, друзья, еще раз вас всех абсолютно призываю на вечеринку Lollipop. Сегодня эти ребята будут там зажигать, но не только они, будут и всем известный диджей Сладкий, наши играют, Матадор, Сиэлл, Алкоголис, Слеуман. На ремби танцполе, кроме группы Невский бит, будет зажигать Капучино и Ален. Все приходите, старт ровно в 23.00 сегодня в Авиаретро. Счастье с сыном переной в мир иной. Музыка продолжает жить в воздухе. Раскрасит звездами путь нам на холодной ночи. Он сам, кто верит нам. Котами долгими высотками, судьями поровну делили горе. А дума, взорваны головы на улице. Страх, и если ты не купался в тебя. Знаешь, как бывает трудно, веришь, есть Бог. И он придет вновь к нам, пока мы уплываем вдаль. В наших мечтах и пусть уйдет печаль. Откровение в глазах твоих свет. И я дохну, ведь где-то там ответ. Пока мы уплываем вдаль. В наших мечтах и пусть уйдет печаль. Откровение в глазах твоих свет.